Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать об одной достопримечательности, которая находится в Швейцарии. Сегодня речь пойдет про Рейнский водопад. Это место находится недалеко от Цюриха, буквально в километрах 40-50 максимум. На водопад можно смотреть с различных смотровых площадок. Всего таких смотровых площадок на водопаде 4. Первая смотровая площадка – это замок Лауфен. Я сейчас именно в этом замке нахожусь и открываю окно одного из его помещений. Замок расположен на высокой скале. С этой скалы прекрасно видно достопримечательность. Плюс внутри этой скалы располагается тоннель, в который влетают поезда. И здесь же расположена железнодорожная станция. Из окон замка виден железнодорожно-пешеходный мост, который переброшен через реку Рейн. Из 4 смотровых площадок я побывал на 3. И замок Лауфен мне понравился больше всего. Одна площадка, на которую я так и не попал, это площадка на скале, которая расположена в самом середине водопада. И на эту скалу, чтобы добраться до этой скалы, вам нужно плыть на специальном кораблике. А так как я был в январе 2022 года, это был не сезон, и туристические кораблики не плавали. Купил билет входа на водопад, прошел специальный турникет, прошел замок Лауфен и спускаюсь по лестнице ближе к самому водопаду. Входной билет в замок Лауфен, чтобы посмотреть на водопад, стоит 5 франков. Перед входом в замок стоит сувенирный магазинчик, где можно купить билет, потом проходите специальный турникет, ресторан, с которого открывается неплохой вид на водопад, но в январе этот ресторан не работал. И дальше по специальной лестнице вы идете к водопаду. Но раз я нахожусь в таком красивом месте, я решил воспользоваться моментом и повесил флаг Диалден. Внизу вы видите как бы такой балкончик, который очень удачно расположен прямо над самой водой, и с него открывается отличный вид на водопад. И этот балкончик тоже расположен в той зоне, где замок Лауфен есть. Спускаясь по скале, по лестнице замка Лауфен, который стоит наверху, спускаясь ближе к водопаду, вы можете обнаружить 2 или 3 красивые смотровые площадки в разных зонах скалы. С каждой площадки открываются интересные ракурсы на бурлящие потоки воды реки Рейн. Рейнский водопад – это самый большой водопад в Европе. Он имеет высоту около 25 метров и ширину около 150 метров. Зимой его потоки в 3 раза меньше, чем летом. То есть все, что вы видите сейчас, происходит в январе 2022. Соответственно, представляете, насколько больше воды здесь летом. Я припарковал свою машину у замка Лауфен. Конечно, есть преимущества и недостатки посещения этого места не в сезон. С одной стороны, здесь вообще не было народу, то есть я гулял по всем 3 смотровым площадкам, и мне попадались просто единичные люди, и складывалось впечатление, что место безлюдное. Летом здесь же, конечно, народу гораздо больше, это видно по инфраструктуре, которая сейчас не работает. Сейчас замок Лауфен принадлежит государству. В нем располагается ресторан и вроде как расположена гостиница, где вход в эту гостиницу я не видел. Даже зимой это место впечатляет. Я ни капли не пожалел, что приехал сюда. Смотровые площадки соединяют такие каменные туннели. По одному из них я сейчас иду. С древних времен Рейнский водопад использовался в промышленности. На нем, на его берегах было много водяных мельниц, которые вырабатывали электроэнергию. В наше современное время было тоже несколько проектов использовать силу этого водопада в промышленности для получения энергии или для других целей. Но швейцарцы каждый раз собирали подписи и отклоняли промышленное использование водопада. И на сегодняшний день, я так понимаю, никаких промышленного использования, промышленных сооружений здесь нет. Этот водопад принадлежит только туристическим целям. Я рад, что я попал сюда в несезон. Людей никого нет, можно спокойно ходить по смотровым площадкам, никто не мешает наблюдать за потоками воды.
Сейчас я иду по такому проходу, проделанному в скале, и этот проход приведет меня на одну из самых красивых смотровых площадок. Эта площадка находится прямо рядом с водопадом, и если вытянуть руку, то ты можешь прямо руку погрузить в воды Рейнского водопада. Сейчас я спускаюсь в самый низ к воде, и вы можете видеть небольшой причал. Именно с этих причалов стартуют лодки, которые идут к четвертой смотровой площадке, которая находится в самом середине водопада на скале. Чуть позже в видео вы увидите съемки этой площадки с дрона. Сейчас не сезон, поэтому кораблики не плавают. Помните, я чуть ранее говорил, что в скале над водопадом, на которой стоит замок Лоуфен, пробит туннель, через который проносятся поезда. Вот сейчас я подхожу на станцию железнодорожную, которая находится в этой скале. Станция называется Шафхаузен, и мы видим одну колейку, то есть по одному полотну железнодорожному поезда идут в обоих направлениях. Станции наверх в замок можно подняться как пешком по лестнице, так и на лифте. Сейчас вы видите лифт. Поснимал немного поезда, которые достаточно часто ходят. Один поезд прошел даже двухэтажный. И далее я иду на мост, перекинутый через реку Рейн, прямо рядом с водопадом, на другой берег Рейна. Это видно очень древний арочный мост, на котором есть и железнодорожное полотно, одна полоса, и пешеходный тротуар, по которому можно перейти на другую сторону. Полюбовался видами с моста, перешел на другую сторону, и теоретически, если бы я пошел дальше, то я бы дошел до второй смотровой площадки с обратной стороны водопада, у замка Верт. Но так как у меня машина была оставлена у замка, стоящего на скале, мне пришлось вернуться, взять машину и на машине поехать на другую сторону. Это достаточно неблизкий путь, занимает минут, наверное, 20, хотя по расстоянию здесь совсем рядом. Прямо в замке Верт, который вы видите сейчас на съемке с дрона, есть ресторан, правда он не работал, есть прекрасная смотровая площадка на водопад, и этот замок является тоже отличной точкой наблюдения за водопадом. Прямо рядом есть большие парковки платные, никаких проблем оставить машину и пойти пешком в этот замок или прогуляться вдоль Рейна. Рядом с замком Верт есть такая небольшая заводь, где много вот таких рыб. Я прошел вдоль замка Верт, пошел по набережной очень красивой и подошел к третьей смотровой площадке у самого водопада, но с обратной стороны от замка Лауфен. Эта площадка бесплатная, здесь просто лестница и несколько скамеек, но расположена она очень хорошо и можно посмотреть на водопад как бы с более спокойной его стороны. Изучив водопад со всех сторон, я стал искать место, где можно спокойно стартануть на дроне, взлететь и поснимать водопад сверху. Лучшее место, как мне показалось, для взлета дрона, это возвышенность со стороны замка Верт около парковок для машин. Народу никого. Есть лавочки, где можно спокойно развернуть дрон. С возвышенности отличная видимость, можно выбрать хороший ракурс для съемки. И именно здесь я решил взлетать. Самая основная идея для съемки с дрона у меня была подлететь над водопадом, зависнуть над скалой, где четвертая смотровая площадка, куда кораблики приплывают, и посмотреть на это место сверху. По-моему, неплохо получилось, отличное видео. Еще немного погулял по этому месту, посмотрел на старую мельницу, посмотрел на уток, которые, так сказать, пасутся в этом водопаде. Ну и думаю, что пора ложиться на обратный курс. У меня есть план еще подъехать к озеру Баден-Зи, может быть, по его берегу проехать. И уже во второй половине дня ложусь на обратный курс на Цюрих.
До свидания, Рейнский водопад. Надеюсь, что я еще приеду сюда. Мне интересно побывать в этом месте летом. И в основном интерес связан с тем, что я хочу увидеть, насколько больше здесь воды. Потому что то, что я видел зимой, это мощь. А представляю, что будет летом, когда потоки воды в 3 раза увеличиваются. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Оставшиеся 2-3 минут видео наслаждайтесь съемками водопада с дрона под релакс-музыку. До новых встреч!